И что у нас тут? Лев, я попал. Отлично, свободен. Марш, марш, скотина. Зачем ты загибаешься, Роберт? У нас тут вторжение, а ты приказываешь ордену распевать гимн? Дурак ты, Севастьян. Я руковожу орденом Дагона, а не ты. Исследование нужно защитить любой ценой. Я закрыл лабораторию, Севастьян. Что? Это безумие. Разве ты не видишь, как далеко зашла эта? Твои тривиальные исследования меня не интересуют. Все силы нужно бросить на перевод табличек. Труд моего прадеда должен быть совершен. Возвращайся на берег. Ты больше не нужен ордену. Этому не бывать. Так они братья, что ли, марши? О! Эй, он мой! Ну, харе! У меня к нему должок. Так, надо валить отсюда, я думаю. Давай назад. Блин, ну как обычно. Так. Ой. Что делать? Не бежать надо? Ага. Отвяжись, скотина. Блин, да что такое? Охренеть. Патроны? Еще бы оружие. Блин, да хватит, слышь. Ты здесь чужак. Нож. Нож. Так, ну-ка, как там? Мне подсказали, что есть адреналин. Давайте его используем. Блин. Скотина, на, я его, по-моему, вообще не поставил. Ну ладно. Так, меня, по-моему, нехило подранили. Что у нас тут творится? Куда затихариться вообще сейчас? Я думаю, кто-то прибежит на шум. Патроны. Бери патроны, Джек. Так, что со здоровьем? Меня маленько порвали, но не очень страшно, как казалось. Казалось бы, последний уровень сложности. Ну да ладно. Как хорошо, что я вовремя обнаружил вот этот прием. Он просто убийственный. Так, что у нас? Еще патрон. Да что ж ты не берешь их, блин? Просто в карманы напихал бы. Так, что у нас еще тут есть? Опа. Наша книжка любимая. Видимо, теперь ту надпись надо расшифровать. И ключ. Ключ от лаборатории, которая была закрыта. Надо, значит, возвращаться. Ну, по крайней мере, у нас есть ножик. Мне бы, конечно, не помешал хотя бы самый сраный какой-нибудь пистолет. Добери, ёлки-палки. Дело в том, что у нас патронов просто куча. У нас от винтовки мало патронов, а от остального просто в переизбыток. Так, ну что? Я надеюсь, тут никого нет. Ой, кто-то ходит, я слышу. Ага, он там стоит. Так, отвернись. Отвернись, я не хочу с тобой воевать ножом. Ты будешь сворачиваться, нет, братюнь? Так, считаю до 5. Если не уходишь, придется прорываться. Но я все равно в твою сторону не пойду, я туда пойду. Там, по крайней мере, никого не видать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, видимо, не судьба. Так, что? Так и надо было, похоже. Так, что у нас здесь? Зачем мы сюда пришли? О, тут еще подлодка проплывает.
там еще что-то. Патроны. Патроны, блин. Одни патроны. Мне бы оружие какое-нибудь. Так, я чувствую, я в тупик иду. Дверь закрыта. Ну да ладно, давайте попробуем. О, блин, как я по тебе соскучился. Бери, бери, Джек. Аптечка. Мне надо лечиться, мне не надо лечиться. Ну все, у меня есть винтовка. Дверь запечатана неизвестной силой. Блин, успокойся, братюнь, успокойся. Сейчас мы им всем козьи рожи покажем. Ха, винтовка, как хорошо. С винтовкой себя сразу чувствуешь человеком. Ага. Не указывай мне, когда у меня есть стрелковое оружие. Еще иду. Хедшотами вам нравится, нет? Так, все, кажись. Да понабежали тут, понимаешь. Так, это кто у нас? Это древняя статуя Ктулху. Жутковатый тип. Надо отдать ему должное. Так, вроде тут никого больше нет. Не открывается. Не поддается. Так, а это, я так понимаю, Дагор. Это статуя Гидры. Или Гидр. Я вас путаю. Ты у нас... Наверное, этому изображению несколько тысячелетий. Видимо, тоже. А это вот Дагон, да? Это статуя Дагона. Понятно. Ладно, статуи мы не боимся. Тихо. Кто это ползает такой, а? Местный голум, что ли? Ага. Расплата, суки. Чего ты боишься, блин? Наладьте мне изображение. И что ж такое? Очередной раз показывает, насколько вы тупы. Ну где ты там? Все хорошо. Так, перезарядимся и выходим. Дверь заперта. Ага, выходим. А, во! Хорошо. А, ты еще живой, что ли? Иди сюда, чужак! Лучше вы к нам. Падай. Так, тут еще кто-то должен ходить, насколько я помню. Я уже понял, где это мы находимся. С этой стороны никого не видать. Тоже никого. Ну, голос чей-то я слышал. Так, нам нужно, во-первых, расшифровать книгу Дагона, надпись вот здесь. А во-вторых... Ну, смысл мне сюда идти, я сейчас опять попаду к тому водопаду. Это какое-то предупреждение. Да, полезная информация. Нам нужно идти назад, там у нас была закрыта лаборатория, насколько я помню. Сейчас мы будем ее открывать. Будем ее открывать. Там мы, видимо, возьмем что-нибудь, чтобы расчистить путь от морских звезд. Здесь... Но сначала, сколько у нас патронов-то? Патронов 14. Не богато. Так, здесь, насколько я помню, было как минимум два охранника. Слепошарых, конечно, но тем не менее. Да, вот тут стояли они. Так, тут никого не видать. Вон там кто-то ходит. Причем в больших силах. Раз, два... Двое. Ой, ой, ой. Их там трое. Ладно, мы сейчас к вам подойдем и расстреляем вас практически в упор. Или подождать вас тут. Тоже дилемма. А вы меня видите, да? Давайте ко мне идите.
Я не знаю, зачем я здесь. А я знаю, зачем ты здесь. Ты здесь, чтобы положить конец этим сраным культистам, которые нас сейчас порвут в клочья, блин. Выхода нет. Вы-то крепкие ребята, я знаю. На корабле я с вами навоевался. Почему я тут оказался? Ты тут оказался? Потому что я тебе приказал. Они тебя не схватят, не волнуйся. Так, ну что, один остался. Причем не страшно. Ты раньше. Ты не упал еще, что ли? Так, все хорошо. Патронов почти не осталось, да? Да, осталось 4, по-моему, патрона в винтовке. Это печально. Надо быть осторожнее. Но, по-моему, тут больше не в кого стрелять, так что можно успокоиться. Да, винтовка здесь рулит. Винтовка рулит. Так, где у нас лаборатория? Что ты у нас тяжеловато дышишь, дорогуша? Давай-ка мы тебя подлечим. И там у нас должно быть сохранение. Открыто. Да, открыто. Здесь у нас аптечка. Патроны для винтовки, да? Да, патроны для винтовки. Какое-то страшное растение, к которому я не хочу приближаться. Какие-то, блин, страшные зародыши. Что это я взял? Средство. А, это, видимо, на тех звездах использовать, что ли? Да. Короче говоря, кому надо, нажмете на паузу, почитайте. Я это обязательно почитаю уже после того, как сниму это видео. Похоже, они пытаются вырастить новые виды растительности. Патрон для Томпсона. Так, сохранимся. Патроны для пистолета. Ну, у нас их полно. Какой-то коридор сюда. И... какая-то... комната исследовательская здесь. Охренеть. Я проклят! Ух ты, блядь! Проклят! Этой чумой! Эксперимент. Ой, дерьмо. Прошу, незнакомец, я умоляю тебя, положи конец моим страданиям. Мне нужна твоя помощь. Как мне попасть в храм? Через главные ворота могут пройти лишь те, кто служит, ордену. Но есть, старый проход. Старый проход, он глубоко, под храмом. Но теперь я предупреждаю тебя, чужак, будь осторожен. Я слышал, что в этих темных глубинах обитают их древние, жители. Зло из-за грани времен. Все лучше и лучше. И как мне туда попасть? Исследуй заброшенные места. Это все, что я могу тебе посоветовать. А теперь, прошу тебя, убей меня! Прекрати мои муки! Братюнь, патроны у меня вообще-то в дефиците. Давайте ножиком в сердце. Прекрати мои страдания! Ну, харе, слышишь? Вот, так. Все, братюнь, отмучился. Молодец. Да, бедолага. По-видимому, большинство этих экспериментов проводилось над людьми. Да, хватит танцевать. Вот, посмотри вот в угол. Давай, Джек, успокойся. Уф, жарко. Как жарко у нас в Уфе. Пишут, аномальная жара в новостях. Ну да ладно. Что это я до хоры слышу? Сегодня у нас 35 градусов жары. Так, ну и что, пора выбираться? Очень, конечно, не порадовала меня информация от этого эксперимента.
о том, что там ходят какие-то подземные жители, древние и очень злые. Видимо, это они как раз. Это ж тюрьма, я отсюда выбирался. Да-да-да, она где-то рядом. Ой! Ты один? Или с тобой друзья? Так, минус два. Найдите его. Я вас сам найду. Пока у меня есть винтовка, я никого не боюсь. Так, еще есть пациенты. Сюда, я думаю, не надо наступать, а то провалимся по-любому. Такая уж игра. Так, и что, куда мне тут идти? Что-то больно много развилок, я бы сказал. Что у нас здесь? Здесь какая-то странная поросль. И здесь кого-то, похоже, приковывали. Но здесь есть аптечка. Не, не нужна. Не нужна, так не нужна. Так, а это сорняки. Мне не с вами надо разобраться или случай. Какая-то необычная растительность. Выглядит она небезопасно. Да уж. Я не пойму, правда, для чего я это делаю, но... А раз так положено, то почему бы нет? Похоже, мой небольшой урок садоводства принес свои плоды. Хорошо, но что нам это дало? Непонятно, честно говоря. Ну ладно, давайте убираться отсюда. Так, кто у нас здесь? Здесь у нас никого. Тут тоже я не вижу особо врагов. Какое-то помещение. Так, ну, видимо, нам придется вниз прыгать. Давайте дойдем до того края. Блин, замануха по-любому. Тем больше патронов у меня есть. Да, в этих лабиринтах по-любому можно заблудиться. Неприятное место, где я не хотел бы оказаться.